हेलो गाइस, मैं हूं अंकित और आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम खेलने वाले फार क्राई 6, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। मेरी बहुत ही इच्छा थी कि इसे मैं खेलूं, तो मैं फाइनली अपने PS5 में खेल रहा हूं। देख सकते हैं, PC में नहीं हूं इस बार, तो मज़ा आएगा। पूरी जो जर्नी रहेगी, साथ साथ हम खेलने वाले हैं एलन वेक 2 भी खेलेंगे, उसकी भी सीरीज आने वाली है। तो स्टे ट्यून, आप सब्सक्राइब कर लो, और कौन से भी गेम्स की अब सीरीज देखना चाहते हो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। Press cross button to start. फाइल को फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। ये जो गेम है लगभग 108 GB का फाइल था, इतना बड़ा फाइल जो GTA 5 के लगभग बराबर है, इतना बड़ा फाइल है वो भी PS5 में। और मैंने सोचा था कि इसमें जैसे 40-50 GB डाउनलोड करने के बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा, वो ऐसा भी नहीं है, पूरा आपको डाउनलोड करना पड़ता है। एक्शन मोड सेलेक्ट कर लिया है मैंने। यारा इज एन आइलैंड द हार्ट ऑफ द कैरेबियन। यारा आइसलैंड की बात हो रही है। 1967 में गोरिल्ला रेवोल्यूशन लीड टू क्रिपलाइंग ब्लॉकेज फ्रोजन टाइम 47 years। Мои яранцы, знайте, мое оружие – правда. Страна слишком долго томилась в руках политиков. Но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиро, наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Это табак для него бура. Мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиро. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, здесь диктатор что же, сны. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Их сивил вор ко бхарка дие. Иранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать вивиро и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диего. Эй, Дани. Как истинный иранец, выруби эту хрень. Precisamente. Этого Кастильо и надо. Хватит политики, Лита. Думаешь, призыв только для истинных иранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастильо воскресил в стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В Либертад. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. तो करेक्टर चूज करना है हमको, तो मेल करेक्टर से। डैनी रोजर।
Вымени ошибка. Дани, ты нужен Либертат. Ты учился. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. А, ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить. Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. Конью! Свет рубануло. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй, что происходит? Нихера себе! Уходим. Все вместе. Олега, нет! Олега, ложись! Жопу, Кастильо! Олега! Дани, уходим. Быстро! Кладки. Вместе. Обещай мне, Лита. Си. Идем, Дани. सेव करना पहले मैं चेंज कर लूं ऑडियो इंग्लिश ही है ये कैसे गड़बड़ा रहा है Menu narration is disabled. Чёрт, а где бардак? Вставай, Лита. Надо набраться до корабля. Ясно. Когда будем в Майами? Мы попрощаемся. Мене Firefly 4 complete किया था, 5 नहीं खेल पाया. Конью, приднись. На сбор, Рохас! Кто нам следующий откроет, тот и Дани Рохас. Пойдем. Building से escape करना है. ये जरूर करते हैं. Сынес Марди. Давай двигать отсюда. Аги барте. Ари пап, танки жара. Аги барте. Нам нужно пересечь площадь. Они нас увидят. Не увидят. Тут дофига солдат, Лита. Значит, катализация. Thank you.
Какая дусрий? Ой, это ход повстанцев революции 67-го. Узнаешь метки? Да, с детства помню. Аги барте. छत में हम लोग आ गए हैं और सावधानी से आगे बढ़ना है। लीटा, रॉस। क्या लगे अगले नवंबर से? ट्रैफिक जबरदस्त। यदि वास नहीं प्रिय, अस्तावाइटी दोमा। डैनी, ты в порядке? Да. Иди дальше. Встретимся снаружи. Простите, простите, мне нужно... уже ухожу. जल रहा है सब तरफ एक तरीके से सिविल वॉर चालू हो गया सैनिक हर जगह पहले Нам нужно уплыть. Абуэла, ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас. Ай, мерда! Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олег? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня! Олег – сирота! Олег уже никуда не поплывет. Ну же, Марко. Пропусти их. Vamos. Молодец. Эй, какого черта? Пустите нас! Jo bache kuche log hain, wo log nav ke zariye bhagne ki koshish kar rahe hain wahan se. Gracias. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани.
Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олеху сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем, как в приюте, как в академии. Что это? Ого, огонь лег. До того, как стать эль-президентом, Мипапа рыбачил. На суденушке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Михо. Наша цель — испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить. Больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Ри, выбег к агента. Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Произошло. Она. Vamos, vamos! Ты бич мне аге. Пачки. Лита. Я ног не чувствую. Черт, Лита, это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать ее. Что? Они здесь. Клара, Либертад, Хулио. Черт, Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит, Лита. Я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Даня. И сейчас повезло. Finally, उसकी मौत हो गई है. Итак. Стоп, стоп, стоп.
6. Сколько же трупов? Конья. Еще припасы. Сваливай отсюда к херам. Не кая, а пейти. Коллег, когда отнеку. Черт, в обойме пусто. Нужно найти лагерь. Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. तो यहां से आगे बढ़ना है एग्जामिन करने ये बंकर के आगे जाना है похоже синий цвет приведет меня к Либертат. Стреляет. Лучше не шуметь. Конья, патруль. Воняете, как животные. И ваша одежда, и ваш пот – это запах предательства. Внутренне гнили. Я так и узнала, что ты помогаешь, Либертат. По запаху. И грохнула тебя. Теперь я сообщу об этом своим. А ты? Тебя медленно по кусочку сожрут птицы и крабы. Для них ты просто мясо. Саргенто, вижу кровь. Думаю, тут еще кто-то есть. Инга! Лежать! Клару разыскиваю не только я. Батьки. Конья. Банды помогал ей, но не. Что это? Может пригодиться. Пэнт мила. Аге бардте. Сабку до бар пресс карна. Добраться до Либертат, украсть лодку, свалить нахер из Яры. Все просто. Теперь я разговариваю сам с собой. Парфер, здесь опасно. О, черт. Ваншот. Сухил хатам. चल के देखते हैं
Не, вряд ли мне туда. Растая все банде. ऊपर चलना पड़ेगा अपने को. ये हम लोग कोई बीच में आ गए हैं, कोई आइलैंड में आ गए हैं. Повстанцам нелегко живется. Давненько я не пользовался кошкой. Клара не любит гостей. О. Ты же не выстрелишь мне в затылок? Я Дани. Мы слитые друзья. Силенсио. Мы капра дал карки лежали. Выжил только ты? Клара Глаз. Отвечай. Отвечай. Выжил только ты один? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмано. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Кома мьерда! Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастильо. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цель. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да. У Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видел. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их использование, они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказал тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять. И лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся.
И скажи, как будешь готов платить. अब हमें वैलेंट में रहना है, सरवाइव करना है और जो रिवेंज है उसको लेना है। राइफल मिल गया हमको। Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан, сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Ты позволишь этому Сингау остаться? А в чем дело, Хулио? Дело в том, Клара, что у нас тут не богатей. Дани будет здесь, пока помогает нам. Это не подачка, а взаимовыгодный обмен. Но ты его даже не знаешь. Глупо. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आज हमने फायर क्राई के कुछ स्टार्ट किया है और भाषा का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर से चेंज नहीं हो रहा है. दिक्कत वही हो रहा है कि ठीक से इसका काम नहीं कर रहा है. जैसे मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ, ऑडियो में जा रहा हूँ, ये देखिए इंटरफेस एंड लैंग्वेज. चेंज नहीं हो रहा है तो इस पार्ट में मैं इंग्लिश में कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में सब चीज़ें रहें. तो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सपोर्ट कर लेना. मैं मिलूँगा आपसे इसका सेकंड पार्ट में, कहानी को आगे बढ़ाएंगे और फार क्राई की सीरीज ख़त्म करेंगे. मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो. तब तक बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.